Хорошая погода, ведь правильно? Да. Покажите мне родной город. Да. Привет, Калининград! Классная экскурсия, спасибо большое! В вашем же регионе большое количество людей ездит в Польшу за продуктами, правильно? Эта власть просто деградировала. Она наполнена тупостью и идиотизмом. Они же паразитируют на том, что мы сами себя убедили в том, что ничего достичь нельзя, ничего изменить нельзя. И вот это неверие, я с ним борюсь на этих выборах. Когда мы начнем работать на победу, мы сами, ребята, удивимся, насколько легко мы добьемся своего, насколько быстро они согласятся и жить по другим правилам, насколько быстро жизнь изменится к лучшему, но только нужно поверить в себя. Это моя работа, я кандидат, я должен есть, это вы, молодцы, Калининград!